Париж призывает международное сообщество осудить применение сирийскими властями химического оружия и предпринять ответные действия. С таким заявлением выступил в среду президент Франции Франсуа Олланд. Накануне французские власти сообщили о том, что лабораторные анализы не оставляют сомнений. Дамаск применил против населения боевой газ «Зарин». «Мы представили доказательства, которые обязывают международное сообщество приступить к действиям», — сказал Олланд. «Вскоре состоится конференция в Женеве, и то, что произошло в Сирии, должно стать дополнительным элементом для оказания давления на сирийский режим и его союзников». Применение в Сирии нервно-паралитического газа «Зарина» подтвердила и британская правительственная лаборатория. Но в Вашингтоне считают, что информация о применении химического оружия в Сирии пока недостаточно. Это мнение разделяют и многие аналитики. «Я уверен в том, что французские и британские лаборатории очень квалифицированные, но вряд ли их можно назвать независимыми. Вот почему все говорят, и, по-моему, это обосновано, что прежде всего свое слово должна сказать ООН». В начале мая представитель специальной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Карла Дель Понте заявила, что химическое оружие применяла вооруженная сирийская оппозиция.